метров 25 до ворот, но видели мы уже в этом сезоне, как Шайбос Умаров реализовывает штрафные удары. Посмотрим, удастся ли повторить свой забитый мяч в игре с Ислачью и в этом матче. Бьет по воротам Умаров и забивает! Здорово, Шахбос и повторил. Смог, решил и повторил. 1-3. Вообще без шансов для голкипера, хотя относительно удар шел как раз таки и по позиции голкипера. Видимо, не смог он вовремя сориентироваться и подстроиться под этот мяч, но удар получился реально пушечным.